Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала. Продолжение видео по кринолинам. Хочу показать кое-какой такой небольшой лайфхак, который нужно сделать нам с лестницей, которая будет устанавливаться под кринолин. Вот, значит, лестница вот так вот будет устанавливаться она. Вот. Чтобы ее не было видать, то есть чтобы она не торчала здесь никак. Но есть один нюанс. То есть если ее так установить, то есть то при откидывании получается вот такой порог, который будет не очень удобен при вылазении с воды. Вот. Нам надо, чтобы она была вот так. То есть для этого сейчас будем удлинять полозья этой лестницы. Китайцы, видимо, сэкономили на металле. Вот. Не хотят нам продавать свои изделия в полном размере. Поэтому сейчас буду продолжать полозья, сантиметров на 8 удлинять их, вот, чтобы у нас здесь был полноценно она вылазила. Так, мой помощник просится на улицу. Ну и вот, собственно, переделал я ее. То есть вот так вот удлинил, приварил сюда полоски из нержавейки. Сделал дальше прорез, то есть полностью насколько нам надо, и теперь она вот полностью уже убирается. Вот. Также сделал усилители на оба кринолина, то есть здесь и там. Это согнутая пластинка с швеллером, то есть P-образным. Вот, и приварено. Вот. Здесь у меня под лестницу также сделал подложки из трех пластин по 3 миллиметра. Вот. С одной стороны, ну и с другой. Вот. Но все равно мало, надо еще добавлять, по-моему, еще по пластинке. Потому что цепляет за усилитель, за этот. Вот. И вот так вот она у нас, то есть, здесь располагается теперь. Так выдвигается. То есть, и теперь она находится с краю. Вот и вся переделка. Небольшая такая. Вот осталось теперь сделать какой-то фиксатор. Лестницу, чтобы фиксировать, чтобы она на ходу не вылезла. Потому что этот уже не годится, он уже получается прослаблен. То есть. Вот, то есть ни туда, ни сюда, все. Ну, это уже мелочи. Все это сделаю. Всем, кому было полезно видео, понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, кто не подписался. Вот. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья в Новом году, благополучия, чтобы моторы не ломались и лодки не текли. Ну, а если уж какие проблемы, то милости просим. Сервис-бот всегда готов принять. Всем пока и до новых встреч в Новом году.